Пригороды Стокгольма этой ночью охватили беспорядки. В районах, где живут в основном мигранты, десятки молодых людей поджигали автомобили, били витрины, грабили магазины. Полицейских летели камни и бутылки. Затем досталось и пожарным, которым выходцы из стран Африки и Ближнего Востока не давали потушить объятые пламенем машины. Поводом для волнений стало задержание находящегося в розыске мигранта. Стражи порядка заметили его в метро вместе с друзьями. А когда попытались доставить подозреваемого в участок, полицейским оказали сопротивление. В результате правоохранителям даже пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Известно, что в больнице обратились несколько пострадавших, о задержаниях не сообщается.